душа летит, а бренное потом. Когда бы знать, зачем ты тут, зачем в тебе любовь и страх живут. Зачем в тебе любовь и страх живут? Зачем в тебе любовь и страх? Добрый вечер. Надеюсь, что звук хороший. Вечер всегда хороший. Главное, нам бы дотянуть до хорошего вечера. Потому что все с самого утра и дня пытается нам испортить настроение. Вот. Но мы не сдаемся. Мы уже старые опытные воины. Вот. И что делает старый опытный воин? Да, он не вступает в брань сам. Он призывает имя Господне. Потому что сами мы немощны. Вот, будь ли мы в Белоруссии, будь ли мы в Ростовской области, в городе Сальске. Вот, из Ростова-на-Дону. Мы немощные. Вот, сейчас я спел песню «На горний свет, в родимый дом, душа лети». А бренное потом. Самое главное для нас это духовное. И вообще самая главная цель жизни это стать духовным человеком здесь. Из плотского в духовное. Лена, рад тебя видеть в этом списке. Сочи, Смоленск. Ребята, подсоединяйтесь. Духовность должна стоять у нас на первом месте. Перевес должен быть. Вот баланс все-таки должен все время духовно должно перевешивать. И всегда решения должны быть духовными, а не скоропалительными, не по какому-то движению там, души, которое связано с раздражением или с чем-то. Арзамас, в Арзамасе я выступал, да, было дело на фестивале мы на Арзамасском, на куполах, колоколах, Арзамасские купола. Там такая площадь, и там такой прекрасный народ. Станица Григорополисская, Харьков, Украина, с нами Волгоград, Москва. Прекрасно, набирается постепенно. Вот сегодня, ну, я, конечно, готовлюсь целую неделю к этому выходу, но в итоге, когда оказываюсь наедине с этим телефоном, с камерой, видеокамерой, конечно, у меня все рассыпается. И только вот с Божьей помощью все происходит, потому что ты уже не запланируешь. А бывает иногда, даже мне уже не хватает выхода в Инстаграм, чтобы чем-то поделиться. Особенно радостью. Особенно каким-то своим хорошим настроением.
Думаешь, что-то одному, вот, одному не хочется радоваться. Хочется, чтобы радовались другие. Вот, не знаю, как там видимость. Хорошая, может быть, мне приподнять немножко. Если что-то не свалится, то будет слава, слава Богу. Если свалится, то все уже. Нам уже не справиться с этим всем. Ну ладно. В следующий раз. Я опять сижу в своем вагончике в деревне, в Зажупане. Ой, какое Зажупание? В Агалатово, в Ленинградской области. Тут я скрываюсь под вечер от множества информации, от всяких событий дневных. Вот. Отлично все видимо и слышно. Спасибо. Наверное, я, наверное, спою сейчас песню. Я, может, иногда буду из Анапы, мне отлично видно. Ничего себе. Казахстан, Кустанай. Я, наверное, спою песню, которая называется «Эта жизнь про меня». Однажды мне показалось, я проснулся утром. Я обычно, когда просыпаюсь утром, у меня какая-то мысль сразу приходит. Может, потому что снилось, может, потому что я думал об этом долго, и какое-то приходит решение. И по утрам я еще пишу стихи. Пока еще сознание не проснулось и не замусорилось, я стараюсь что-то такое написать. Как-нибудь я еще стихи свои почитаю, вот, которые сейчас рождаются у меня. И эту песню написал, когда меня тоже пронзила мысль, что эта жизнь, которую я живу, она про меня, не про кого-то, не как про какого-то дяденьку с седой бородой, вот, а про меня лично. И что у меня происходят разные события вот в жизни. Кажется, что жизнь течет, вот, а на самом деле все происходит именно с тобой. Вот что меня поразило. И надо что-то с этим делать. Как-то, ну, это для того, чтобы очнуться. Потому что такое ощущение бывает, что я сплю. Вот. Сейчас я выключу еще, наверное, звонок. И спою вам песню «Эта жизнь про меня». Для тех, кто хочет проснуться. Эта жизнь про меня, про дождливые дни, про весенние сны и родные края, про дорогу, ведущую в солнечный град, про тебя моя боль и тебя мой собрат. Это жизнь про любовь, про коварство и ложь, про тюрьму без замков и про сломанный нож. Это жизнь про мечты, про реальность игры. В этой жизни есть ты, да и то до поры. Это жизнь про меня, это жизнь про любовь до последнего дня и во веки веков. Может, там, на краю уходящего дня, как и прежде спою, это жизнь про меня, это жизнь про меня, это жизнь про меня, это жизнь про меня, это жизнь про меня. Ну, получается, да, что жизнь про нас. И как ее прожить, эту жизнь? Вот в чем вопрос. Задаешь себе. Я чем больше возраст, тем он ярче и, так сказать, более настойчиво это звучит вопрос. Для чего я живу? Для чего я прожил? Но
Ночью мне сегодня один монах написал, ну, как ему казалось, что он говорит правду. Но я с удовольствием это выслушал, прочитал, вот, потому что он меня обличал в двуличии, в люблении славы, вот, в том, что я неправильно преподношу то, о чем говорю, что в этом нет такое покаянного что-то, что я должен, видимо, постоянно говорить о том, что я вот согрешил, постоянно в чувстве вины находился бы. Вот, такое монашеское делание, может быть, да. Но я на него не обиделся, а наоборот, для меня это заставило задуматься. Я буду параллельно отвечать еще там на вопросы. Крестную маму уже нельзя перекрестить, назначить другую, потому что она уже какая была, такая была. Вот. А, спасибо, я сохраню эфир сегодня. Вот. И я очень обрадовался, когда критика поступила. Сначала как по привычке начал, знаете, нам замечания делают, а это к нам не относится. Вот, и ты как бы унываешь от этого, раздражаешься, и вот, как напрасно тебе приписывают. Ну, я так сначала хотел вспыхнуть, а потом подумал, ну, он еще там такие слова писал, которые не могу произнести. Ну что тут поделаешь? Да, я ему признался, говорю, да, это действительно так, все, о чем вы говорите, так, спасибо вам большое. Потом он утром просил у меня прощения. Монах. Вот такой случай был сегодня со мной. Я, как всегда, как и в предыдущих своих выходах в эфир, который называется «Просто поговорим», я расскажу историю. Расскажу свои истории из жизни. Это было далекие 90-е годы. Было очень голодно. Я тогда очень сильно болел. Вот, денег совершенно не было, есть хотелось. Я шел со своим сыном Димкой по улице. Я тогда был никакой в отношении веры, вот, не знал Бога. Но я проходил мимо Владимирского собора здесь, в Петербурге, в надежде что-то, значит, кому-то зайти в гости. Зашел, хотел зайти кому-то в гости, чтобы меня покормили. Вот так я ходил в гости по друзьям, делал вид, что у меня все хорошо. Вот, а сам думал, как бы нас накормили. А ребенок был голодный. А нет ничего страшнее, когда ребенок голодный. Когда ты ничего ему не можешь дать. И он говорит: папа, я кушать хочу, а ты ничего ему не можешь дать. Ну, воровать я не умею. Но для ребенка, может быть, и украл бы. Не знаю. Ну вот я шел мимо храма. Если крестная мать не понимает ответственности, может, до нее дойдет когда-нибудь. Когда вы ее выбирали, надо было об этом думать, конечно. Сейчас очень много крестили детей, людей, вот, неподготовленных. Их никого нет в церкви. Ни крестных, ни крестников. Они даже не приходят за свидетельством о крещении. У меня вот такая громадная пачка вот такая лежит. Свидетельство о крещении людей, которые не пришли. Я специально так делал, чтобы, говорю, придите, чтобы люди еще раз заглянули. К сожалению, у нас такое есть.
Придется, если есть крестный, то положиться на крестного. Или найти надо человека, который заинтересован в судьбе ребенка. И пусть он будет так условно крестный. Но все равно тот, кто принимал из купели, тот куда уж денешься? Тот преемник есть, воспреемник духовный. И вот шли мы мимо храма, и вдруг меня что-то потянуло в храм, не знаю что. Потянуло в храм, я зашел. Зашел в храм, и меня потянуло еще к иконе. Вот я прям зашел и прямо с ребенком пошел к этой иконе. Икона старая, как потом я узнал, это всех скорбящих радость. Вот, она висела в углу храма, такая, ну, темная икона уже, старинная. Я подошел к иконе, и слезы полились у меня из глаз. Я взял ребенка на руки, и Богородица, вот так прямо взял его на руки, вот так, и говорю: «Пресвятая Богородица, я не знаю, что делать, помоги мне, я не справляюсь, я больной. Ребенок кушать хочет. Я не знаю, что делать. Помоги». Прямо со слезами стоял и молился. Вдруг меня кто-то плечо толкает сзади. Я поворачиваюсь, стоит женщина. И говорит: «А вы случайно не Анатолий?» Я говорю: «Анатолий». Вот. Она говорит: «Вы знаете, сегодня ночью мне был голос. Я сплю, и вдруг голос слышу во сне. Татьяна, значит, утром пойдешь в храм Владимирской иконы Божьей Матери». Вот. Это станция метро Достоевская, Владимирск, в Петербурге. Вот. Сейчас там он до сих пор функционирует, этот храм. И там будет у иконы стоять Анатолий с ребенком, и помоги им. Представляете? Я был в таком шоке. Это Татьяна взяла меня за руку, и мы с ребенком, и повела меня в храме внизу, была просфорная. Вот. Там просфорная была, и она меня привела туда, просфорную, и я закрыл просфорную, а там сидят женщины, все в муке, и поют песню: «Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, приятельща сирых и странных предстательница». Мне показалось эти ангельским пением, я наслушаться просто не мог. Они пели так душевно, и лепили, и месили, что-то там делали с этими просфорами. И мне выдали громадный пакет просфор теплых, можно сказать, еще горячих, но не освещенных, вместо хлеба. Вот. Я взял этот пакет, и мы поехали в трамвае. И ехали и ели эти просфоры. Теперь я вот в храме, если вы к нам придете в храм, вот, храм придете, то перед причастием вы обязательно услышите эту песню. У нас весь храм ее поет. «Царица моя преблагая», раздаются текст. И вообще мы стараемся вот сейчас какие-то песнопения петь всем храмам. Это, знаете, как объединяет? Люди с таким чувством песнопения поют. Вот. А я очень радуюсь. И иногда даже, когда слышу эту песню, даже всплакну бывает в алтаре. Так она меня пробивает. «Царица моя преблагая». Ну и какую-нибудь еще песню споем. А вы там следите за временем, следите. Елена Фролова недавно выступала, ну, на моих лаврских встречах,
Лавре. Был концерт. Она сказала, что в настраивании гитары есть какое-то таинство, таинственность. Когда гитара настраивается, это как, может быть, как душа должна настраиваться на молитву, так и гитара. Ты подтягиваешь все, когда у тебя все строит, и ты начинаешь молиться. А когда что-нибудь не строит, и молитва вся разлаживается. Тебя что-то отвлекает. Должно быть все благозвучно. Не должно быть диссонансов в душе, когда стоишь перед Богом. Чтобы такое спеть, давайте я вам спою про друзей песню. Не знаю, пел я когда-то. Жена батюшки занимается космоэнергетикой. Какой ужас. Давным-давно мне ветер напевал мелодии веселые, простые. А я друзьям мелодии играл и думал, что друзья мои святые. Одна из них мелодия была прекраснее цветов земного сада. Она во мне дышала и цвела, души моей награда и отрада. Но шли года, осенняя листва навеяла мне новые напевы, а в них звучат печальные слова. Друзья мои единственные, где вы? Страстей моих холодная зола, и белым снегом сад мой запорошен. Давным-давно мелодия была о чем-то добром, светлом и хорошем. Давным-давно. 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 Вот такая песня о друзьях. О том, что нужно думать только о хорошем, вот, несмотря на то, что все очень плохо. Мне говорят: батюшка, ну как жить? А я им говорю: нам, православным, чем хуже, тем лучше. Потому что Господь нас закаляет. Я говорю одному молодому человеку, он говорит: батюшка, вот все беды на меня валятся. Я ему говорю: да ты на наковальне находишься. Тебя Господь из тебя кует. Художественное произведение. Вот. То, что ему надо, а не тебе надо. И этими испытаниями, через эти испытания ты станешь человеком. Ох, что нужно делать, если принимаете решение? А если это решение еще, от этого решения зависит ваша жизнь, а еще и жизнь других людей, что делать? Ну, во-первых, перед каждым принятием каждого решения нужно молиться. Раньше люди как делали? Они просто, когда надо что-то делать, они объявляли пост.
Несмотря на есть пост или нет, если пост, они усиливали пост. Если нет поста, они там перед принятием решения 3 дня постились. А кто-то и месяцами постился, хотел принять решение окончательное. Старцы, даже есть такой способ, но не знаю, насколько его возможно, насколько-то возможно, но вот некоторые просвещенные люди пишут, кладут в шапку вопрос, 2 бумажки, на одной написано «да», на другой «нет». Сворачивают трубочку и молятся. Молятся, молятся, молятся. Потом «Господи, благослови». И берут, когда нет, никак не, не приходит решение никакое. Взвешиваешь все «за» и «против». Вот. И просто поступаешь так, как написано в этой бумажке. Хотите верьте, хотите нет. Но молитву никто не отменял. Такие пироги. Вопросы у меня есть. Вот у меня есть такое 2 варианта. Или отвечать на вопросы, или какой-то монолог свой, не глядя на вопросы. Продолжать. Ну, я так буду и так, по всей видимости. Меня спрашивают часто, что я видел на том свете. Те, кто знают, что со мной произошло, когда я был молодой, вот те помнят. Вот. А сейчас проходит время, все проходит, проходит. Я как-то пересматриваю это уже. Во-первых, я понял, что это все было по делам. Я вел очень плохой образ жизни. Ну, то есть вот так же, как не мог делать выбор. Не мог выбрать выбор в сторону добра. Вот. Жил, как все. Советский Союз. Бога нет. Веры нет. Святого ничего нет. Только совесть. Закон. Добрые люди, которые могут тебя обличить. Вот. А нравственных каких-то таких, ну, понимали, что это нельзя, а все равно делали. Вот так вот. И я творил свою собственную волю. Конечно, не все получалось, чего я хотел, но как-то пристраивался к жизни. Шел по легкому пути. Жил иногда за счет других людей. Так, знаете, есть такие мужчины, которые прилепляются к женщинам. Вот. И, в общем, не хочется им взрослеть. И так живут своей инфантильностью. Вот, и пока у меня период возмужания, даже до сих пор иногда чувствую себя юношей во многих вопросах. Вот. Каждый взрослеет по-своему. У кого-то, у кого сложные обстоятельства, уже в 14, 13, 12 лет берут на себя, ну, берут на себя ответственность. А некоторые избалованные до конца жизни ищут, кому бы им прилепиться и от кого что-то получить. Такая психология у человека. Работать не хотят, себя поднимать не хотят. И находятся в унынии. Потому что привыкли только потреблять. Вот я таким был. Вот. Но Господь меня остановил. Да, там произошла трагедия. Вот все это в коммунальной квартире петербургской. Вот. Я-то, знаете, когда это все произошло, и потом я выжил, когда я себя оправдывал. Ну, мне так было легче. Придумал такую историю, версию, в которой все были виноваты. Вот. Но, однако, я попал в реанимацию, впал в реанимацию в состоянии комы.
И Господь меня показал, что там есть на том свете. Вот. И вот сейчас я... Мне так хочется рассказать об этом правду, но я не знаю, как ее рассказать. У каждого есть свой внутренний человек. То, что вот в те времена, когда я вернулся с того света, я людям рассказывал. Вот, меня считали сумасшедшим. Вот, считали сумасшедшим, когда я им рассказывал, что есть ад на том свете. Нам кажется, что мы живем вечно. Даже сейчас, в это мгновение. Вот я недавно болел ковидом, и было очень плохо, и я уже начал задумываться о смерти. И мне стало страшно. Вот. Избегаем мы этого вопроса. Но будучи христианами, нужно для себя решить все-таки. Ну, свое отношение к смерти. Сложить, чтобы уже раз и навсегда. И стараться, ну, быть готовым каждую минуту к этому часу. Вот. И хорошо бы, конечно, пребывать в молитве, в богомыслии, в добрых делах. Потому что Господь говорит, в чем застану, в том и буду судить. В чем застану. И еще от слов осудишься и от слов оправдаешься. Хочу сказать, что вот на том свете там все ощущения человеческие остаются. Только у тебя нет тела. Вот, и там уже ничего нельзя изменить. Вот. Это очень, ну, я очень этого испугался. Потому что когда уже душа моя вышла из тела, мне, как я понял, мне все объяснили. Сразу объяснили, как я должен был жить. И я жил неправильно. То есть получается так, что мне Господь, когда родился, Он вложил меня, я так понял, какую-то вот программу жизни. И я ее не выполнял. Я шел по своей похоти, по своим желаниям. Вот. И шел не туда. То есть была дорога, прямая дорога, которую Господь мне уготовил. А я пошел вот в этих трех соснах заблуждался. Значит, за стеклянные бусы, как папуас. Продавал самое драгоценное время, свою душу, эмоции. Вот. И потом очень много было гордыни. Вот, я добивался. Кто, допустим, когда-нибудь читал там американских авторов, вот, как добиваться, как научиться переступать через других людей, как ставить на первое место все, что тебя касается. Вот, раньше были такие книжки, не знаю, как сейчас они существуют. Сейчас уже настолько это все завуалируют, психологами завуалировано. Я шел, можно сказать, по головам, к своему успеху. Я был музыкант. Вот, но все это было так неестественно, как я сейчас помню. Потому что, видимо, цель была неестественной и поставили неправильно. И там, когда я умер, вот, мне сразу об этом все объяснили. И у меня было первое желание вернуться и все исправить. Но это было уже невозможно. Это было уже невозможно, и меня потянуло дальше. Я вот до сих пор с содроганием, и со страхом, и с трепетом, я даже стараюсь не вспоминать об этом, что там было. Ну вот, ужас был точно, ужас и бесконечный ужас и бесконечная боль. Бесконечная пустота, бесконечный холод,
и бесконечное одиночество. Ты превращаешься в ничто, но со всеми своими ощущениями, которые у тебя есть. И сколько ты там находишься, тоже неизвестно. Даже никаких ориентиров нет. Ты просто превращаешься в болящую такую точку. Это ужасное состояние. Но мне повезло, видимо, то, что Господь меня вернул. Вот, вернул на этот свет. Видимо, был какой-то промысел обо мне, и я сейчас нахожусь в этом промысле. Но хочу сказать, что я как прочитал воспоминания, не воспоминания, а в житиях святых, один старец тоже, значит, он впал в кому, умер. Вот, и, по-моему, 3 дня он был в этой коме, потом вернулся, и он все. Потом после этого всем говорил: молитесь, молитесь, спасайтесь. Вот, и он заперся в комнату, этот старец, монах, и остаток жизни провел один в молитве, потому что ему было настолько страшно, он не хотел туда обратно попасть. Ему подсовывали под дверь еду, и он больше никого, и только братья звал: молитесь, братья. Мы все погибаем. Вот, когда я это прочитал, я тут уже содрогнулся. Ну, а у меня, я же был тогда неверующий, вот чего. А до своей клинической смерти я был совершенно неверующим человеком. Хотя искал Бога, искал везде, найти его не мог. Вот, ну не знаю, горячий я был или холодный. Скорее всего, горячий. Потому что я отрицал Бога. Я знал, что Он есть, но был такой умный. Вот это в этом лицемерие ужасно. Что одному человеку доказал, что Бога нет. И он очень расстроился. А человек только делал первые шаги в вере. Видимо, Господь меня вот и показал. Как апостол Павел, да? Помните, гнал христиан и по дороге бежал и ослеп. И вот так и я жил слепым всю жизнь. Теперь вот прозреваю, и мне больно, значит, каюсь в прошлом, прости меня, Господи. Каюсь в том, что в настоящем не достиг. Может, Господь меня оставил пожить для того, чтобы я что-то, исправил. Может, я не в той мере исправился. Но, однако, вот я стал священником. И священники – это особый род, конечно, людей. Вот когда Господь дает благодать священства, это тоже другое измерение уже. Вот. Но этим, как этим пользоваться, тоже это очень большая ответственность. За каждое слово. Чуть ли не за мысль. И поэтому я споем какую-нибудь песню. Прям не знаю какую. Если бы я плакал по ночам, если бы я радовался утром, днем бы был не мудрым, вечером побольше бы молчал. Если бы любил своих врагов, если бы за ближнего молился, я тогда бы с синим небом слился, скрылся от налогов и долгов.
Только вот гордыня не дает. На ногах пудовые оковы. Жду, когда божественное слово снова позовет меня в полет. Если бы я плакал по ночам, если бы я плакал по ночам, если бы я плакал по ночам, если бы я плакал по ночам. Сейчас что-то мне захотелось спеть песню, которая была вот так, как раз того периода, когда я искал Бога, не мог его найти. Но душа-то христианка, она Бога знала, а ум мой мне мешал его постичь. Вот, искал его в совсем других местах. И я только мучился. Вот, и вот это сейчас спою песню, которую написал вот в те времена, когда искал Бога. Ищу сравнение, но поиски бесплодны. Язык богат, но смысл неуловим. Не лучше ли устам моим голодным назвать предметы именем своим? Прорвет плотину, и мысли хлынут, все станет так, как я хочу. Проходит время, жду, но как душе тревожно. В глазах моих блуждает свет и мрак. Так жить, как я, уж больше невозможно. Исчезну в пустоту, но как же так? И я не знаю, зачем играю, зачем по-прежнему живу. И еще одна песня. Разрешилось небо дождем. Мы сидим и хлеба все ждем. Эх, пойти бы в поле, где рожь, и расстаться с болью,
твой дом. Мы в него без боли войдем. Было бы немного любви. Эх, беги, дорога. Осиновая роща. Я там как раз вот из Осиновой рощи. Я настоятель храма Василия Великого. И Финляндия, и Кузбасс, и Новый Уренгон, Уренгой, Новороссийск, и Саранск, и Бишкек. Вот, все здесь. Спасибо, что вы подключаетесь. Я очень рад. Вот я чувствую какое-то единение. Не знаю, что со мной происходит. Но когда я вот по понедельникам выхожу, я чувствую, что мы все вместе. Вот не знаю, что это за ощущение такое. Может, это гордыня моя, новое проявление. Вот. Не знаю, еще даже не могу отдать себе отчета. Да, вот. И вот эти песни, они для меня как такие, как молитвы, которые вышли из моей души, как дети. Вот. Ничего хорошего больше не можешь. Кажется, мне нужно. Человеку обязательно нужно творчество. А какое сообщение это, Карина? На какое сообщение ответить? Я не, пропустил, видимо. Я почти не читаю сообщения. Не успеваю. Идет большая лента, она мгновенно, да? Я не успеваю. Сегодня что-то хочется побольше попеть. То есть не успеваю напеться. Вот, ну вы там следите за временем. Буденновск, Ставропольский край. Я был в этом году, в прошлом году в Буденновске. Да. Сегодня я одел теплые такие чуни. Вот и сижу и блаженствую. Работает здесь батарея. Отопительная вот такая, масляный радиатор. Вот, я сижу в вагончике. На километров 25 от Петербурга. Можно сказать, в лесу, в садоводстве. Самое интересное и смешное. О, Ирина. Вот, и тут вещаю, можно сказать. А, я сегодня вот что хотел. Сегодня хотел я вам спеть песню про зиму. Когда наступает зима, я обязательно ее пою. Зима. Я знаю это чувство, я знаю это слово. Не станет нам преградой для тепла зима. Зима. Куда-то все исчезло, лишь белая, как простынь, лежит на нашей жизни пелена. Зима. Зима.
сна. Тепло дома, однажды ты проснешься, и ласковое солнце растопит ледяную пелену. Возрадуются дети о том, что есть на свете надежда на красавицу весну. Весна, зима. Зима. Я вспоминаю деревню свою, Выползово, Тверской области. Кто-то приостановил эфир. Так. Эфир приостановили, поэтому я не знаю, слышали вы или мою, я так увлекся, что я не заметил, что эфир остановили. А я сижу тут, вспоминаю про детство. Когда я верил по-настоящему в Деда Мороза. Представляете, Бога не было, а Дед Мороз был. Снегурочка была, и мы верили. Подарки ждали. Я был зайчиком. Все годы я был зайчиком. Вот. У меня каждый год, потому что я вырастал. Вот, и каждый год мне делали новый костюм. Я становился, заяц становился все больше и больше. Вот. И потом начался переходный возраст, я уже где-то уже отказался. Наверное, к 7 классу. Отказался быть зайцем. Вот. Так смешно. Мама шила мне это. Вату вставляла в уши, чтобы они торчком были. Хвост. Из ваты тоже был у меня. Это все застегивалось на эту такую змейку. О, снежинки, да. Девчонки все были снежинками. А мальчишки все были зайцами. Может, мне сшить такой костюм к Новому году. Утром матушка проснется и пойдет на кухню пить чай. А я сижу с морковкой и с ушами. Вот. Очень смешно было. Было бы. Я иногда люблю такие. Чтобы совсем уже не стать серьезным, то, что мне, представь, мне сейчас столько на меня сыплется чужой беды, как на священника. Постоянно лента бед. И каждому пытаешься сочувствовать, вот, прям подключаешься, потому что вспоминаешь точно такую же ситуацию. Мама умирает, и ты думаешь, Господи, как тяжело этому человеку, помоги, Господи. У кого-то. Кто-то болеет очень сильно. Господи, я только что недавно болел. Как это тяжело. Кто-то на операции. Господи, я тоже был на операции. У кого-то там... В общем, практически жизнь прошла так, что доставалось все не понаслышке. И сколько там времени-то уже? 20:53. Ого, как быстрое время летит. А я еще не напелся сегодня. Давайте я что-нибудь еще спою. Что придет голода? А, давайте я вам
спою колыбельную. Вот. Мы же сейчас уже «Спокойной ночи, малыши» будут скоро. Или уже они закончились? Вот. Спасибо. Бишкеке 23:53. Ого! Ребята, вам уже спать пора? В Бишкеке. Это называется «Петербургская колыбельная». Я сочинил ее. Ну, да. Ночью кроет сонный град, спят дома и люди спят, спят каналы и мосты. Я усну, уснешь и ты. Нас уносит тонкий сон в мир, где город наш спасен. У апостола ключи тем, кто молится в ночи. Спокойной ночи, малыши. Ну, думаю, что мы встретимся еще на следующей неделе. Так и будем, как Бог даст возможность выходить в эфир. Может быть, я сменю место дислокации. У меня на крыше храма там есть небольшая студия на чердаке. Так, ответьте, пожалуйста, мне после эфира в личных сообщениях. А где я их буду смотреть? Я еще немножко не понимаю, где это все ищется. Где-нибудь в уголке сяду и посмотрю, что вы там написали. Что Боже всем помощи. Хочу сказать, что у меня есть еще YouTube-канал, где есть песни мои. Анатолий Перша называется в YouTube. Вот, подключайтесь. Следите. Там мне надо 1000 человек добрать. Если что, помогайте, вступайте на YouTube-канал. Ну ладно. Для тех, кто еще не отключился, я спою песню, тоже питерскую песню. Для тех, кто любит путешествовать, потому что жизнь – это наше, это путешествие, пешешествие. Вот, мы все странники, и кто как, кто на самолете, кто на верблюде, кто на пароходе. А я спою песню про тех, кто едет в поезде. Версты, версты, версты. Зимы, 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 было нам непросто. Были мы любимы и любили сами. Или нам казалось, мы себя искали на пустых вокзалах. А теперь дорога, здравствуй, мой попутчик. Ты поспи немного, может, станет лучше. Проводник разбудит и нальет нам чаю. По тебе, родимый,
И я уже скучаю, этот долгий путь. Подпевайте, этот трудный путь. Версты, 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 лето, лето, лето. На душе короста, а в глазах ответы. За окном мелькают города и сел. Новый мой товарищ, что ж ты не веселый? Может, жизнь другая ждет тебя на утро. Только ты, приятель, плачешь почему-то. Скоро остановка, ты бы слезы вытер. Вроде как неловко. Здравствуй, город Питер, этот долгий путь. Поем все вместе, этот трудный путь. Это точно трудный, этот долгий. Спаси Господи, Боже, всем благословения, спокойной ночи, вот, и до новых встреч в эфире. Помоги Господи. Также помогайте нашему храму Василия Великого. Мы его... Я потом буду вам потихонечку рассказывать, как он возник. Также храм, вот я восстанавливаю храм Архангела Михаила в деревне Зажупани, далеко-далеко в Ленинградской области. Вот, много чего мы тут делаем и помогаем. Леночка, спасибо. Тебе тоже, что посмотрели. Людмила, Ленка, Козик, 2849. Вивик, Танконовалова. Да, и Ленка. В общем, всем Божьей помощи, всем благословения и до новых встреч. Божье благословение. Где тут отключается, не знаю. Хоть не отключайся.